Будем паровозиком. Как мы ездили на охоту. Не, ну это финиш, это финиширует. Идет этот дырчик. Это финиш сопровождает. На эти. Вот это первый, да? Да. Белое, да? Видно вам белое? Да. Из кадра. Еще раз очень поработаем. Раз у нас куча времени еще, слава богу. Олег, кепочку поменяешь? Нет, это сам спрашиваю. Все, выходи, да. Легкая эта работа. Финишировал, сейчас перебывается, идет наверх. 27-й, да. Олег Мелешко, 27-й, да. Да. Молодец. Ты там что уже? Блин, тяжело, особенно вот там за островом. Идут. Давай. Там сейчас ребята бежать будут. Да, сейчас я тут пока понарассказываю еще и. Ну, это не дело. Из того берега приплыли. Куда бежать? Здравствуйте. Найшвидший спортсмен, учасник марафону Red Bull Шлях на Січ. Він вже готовий бігти у Запорізьку Січ і фінішувати у першому всеукраїнському змаганні. Марафон на каяках на коло Хортиці. Дистанція 28 км фінішної арки. Ну, якщо ця інформація стосовно лідера була правильною, то це Олег Мелешко. А ось і він, я бачу, вбігає у Запорізьку Січ наш перший учасник переможець. Думал, так и буду все ехать, как и я. Но в конце я устал. Не, пожалуйста, сфотографируйте. Если вас устроит мой вид. Давайте я уже измучен. А вы просто стойте, я вас никуда нет. Вот так, Я думала, как на Карпате будет твои глаза. Если можно, я вас попрошу выйти потом на солнце. Я редбуловский фотограф, мне надо взять пару портретов. Ты молодец. Сложность была, ну, как бы уже силы
иссякли где-то на последних 7 километрах. Это было сложно доехать просто. А как удался подъем? Подъем это такой как бы сюрприз, неожиданный, тяжелый. А так все нормально, особенно помог Днепр. В старом Днепре было легко ехать. Остров, Хортица, Бальтика. Атлантический океан, вы приплыли бы? Не так быстро, как за 3 часа. Не так, как за 3 часа. Спасибо. Ну сегодня хорошо, тихий Днепр был, как у Гоголя. Нет, Днепр сегодня нам помогал. Наш Днепр. Воды, правда, мало стало. Там было тяжело. Ну, с той стороны острова. Ага. А здесь в Старом Днепре хорошо, воды много. Я же говорю, в Старом Днепре как только во сне. Днепр помогал, да? В Старом Днепре как во сне. Ага. Легко было. А здесь повернули, здесь мелкая вода, и сразу стало тяжело. А сил уже не было. В итоге силы потратились. На последние километры нужно уже было, ну я не знаю, как это назвать. На чем это ехать. На силы воли. Просто уже как бы такая отрешенность и все. Я уже вижу вот все рядом. А долго оно тянется и тянется. А сначала было легко. Сначала раз уже здесь. Уже Байда. Уже старый мост. Уже остров развернулся. И мелкая вода. Чуть-чуть тяжелее.